Три автомобиля столкнулись минувшим вечером на улице Михаила Миля. Дорогу там не поделили «Газели» и два автомобиля «Хёндай». Авария произошла по принципу домино. По предварительной версии, иномарка остановилась перед стоп-линией. Те, кто ехал сзади, такого беспрекословного соблюдения правил дорожного движения совсем не ждали. О последствиях расскажет Альбина Минибаева. Три машины столкнулись прямо перед рельсами согласно правилам дорожного движения. Прежде чем их пересечь, каждый водитель обязан остановиться. Об этом гласит знак, установленный перед путями. По предварительной версии, водитель Hyundai нажал на педаль тормоза. Едущий следом шофер автомобиля той же марки также успел остановиться. Третьему автомобилисту этого сделать не удалось. Вступление. Опрос переступления. Да, он человек. Тут никогда не останавливался. Водитель «Газели» уверяет, что ехал на скорости около 50 км в час. Мужчина не ожидал остановки других автомобилей и поэтому нажал на педаль тормоза лишь в самый последний момент. В результате аварии «Газель» получила минимальные повреждения, чего не скажешь об иномарках, которым досталось по полной. И ты у вас не сорвался, нормально? Да. Скорую не вызывали? Сейчас вероятному виновнику аварии остается надеяться, что страховка покроет ремонт всех автомобилей. Альбина Минибаева, Айрат Назибов, Адель Мулахметов, «Вызов 112».